И всем привет, дорогие друзья, с вами Дизи, и сегодня мы начинаем сезон по реальной жизни фермеров GTA 5. Вот у меня вот такая вот тачка есть, вот такой вот дом, тут у меня вот такая вот ферма, короче, есть трактор тут, стоит вот гараж, я только что выгнал машину из гаража, только что приехал на ней еще. Давайте, наверное, поедем, короче, завалим одного нашего, как его, нашего врага, получается, заклятого. Потому что он нам вечно мешает разбиваться в ферме. У него, он тоже фермер. Его надо нам, короче, пристрелить, потому что он серьезно мешает мне разбиваться. Сейчас мы поедем на его виллу. Так, выезжаем осторожно. Смотрим по сторонам. Так, никого нет, давайте рванем уже. Так, машинка тут была. Пасливая машина, давайте. Едем. Справа обгоняем. Так. Короче, сейчас мы, наверное, приедем туда со снайперской винтовки. Бах-бах и все. Вот тут у меня слева BMW, ай, Гелендваген стоит разбитый. Вы, наверное, увидели там на карте зеленую метку. И сейчас мы едем уже к этому фермеру богатенькому. Вот недалеко осталось, вот его вилла. Сейчас мы заедем, наверное, не с главного хода, а вот чуть-чуть вот отсюда, чтобы тачку никто не видел. Мы, наверное, сейчас к нему подбежим. Так, осторожно заезжаем. Все-таки к нему подбежим и завалим его. Так, чуть-чуть у меня игра подтормаживает, конечно. Надеюсь, вам это не очень критично будет. Потому что у меня компьютер не очень такой мощный. Давайте сейчас снайперскую выбираем. И просто идем и в лобешник ему простреливаем. Так, прицел у нас все работает тут. Бежим даже, чтобы быстрее все прошло. Не видно его пока. Так. Вон там кто-то стоит. Так, идем. И убили его, короче, мы. Все, бежим к этому, к нашему, к нашей тачке и просто сваливаем отсюда нафиг, чтобы нас не спалили никак. Давайте садимся, заводим, давай погнали. Нам нужно, короче, осторожно сейчас отсюда выехать, чтобы ничего тут не поцарапать и чтобы на бабки не влипнуть. Мне и так как бы бабки нужны для всяких тракторов. Так, слева никого. Просто выезжаем. Ух ты, мы тачку повредили, блин, ну ё-моё, чё за фигня? А, фак, ну ладно, там у меня механики починят возле гелендоса. Вы еще не видели мой гелендос как разбит, я его эксплуатирую как УАЗик. Вот сейчас вы его увидите, я как раз сейчас заеду, оставлю свою тачку там, возле гелика, заберу гелик и поеду уже на дом. С дома возьму с гаража свою Бэху М5. А на Бэхе уже мы там поедем в Лос-Антес, в обсерваторию. Там у меня босс. Смотри, работает. Вот мой гелик, чуть не врезались. Давайте тут и ставим мой Юкон. Вот такой вот гелик, очень сильно разбитый, как вы видите. Он перевертыш. Даже руль вот погнутый. Давайте мы сейчас заводим. Он ездит, все нормально с ним. Я выпрыгнул, конечно, как идиот зачем-то. Ну, конечно, у меня геймпад, я путаю кнопки. Я первый раз геймпады, конечно, играю. Но все же придется иногда попутывать кнопки. Давайте выедем. Направо вообще на пофиг, потому что гелик разбитый, что нам будет. Мы просто уедем, все. Так.
едем и заезжаем сейчас мы на нашу базу, где наш дом находится. Остановимся, бросим Гейлендосток и пойдем мы, наверное, уже за нашим М5, чтобы поехать в Лос-Сантос и там уже к боссу приехать все-таки. Давайте из гаража. Так, вот мы взяли нашу М5, выезжаем из гаража, закрыли гараж, короче. Так, давай выезжай. Все, мы поехали, короче, в Лос-Сантос. Как приеду, я уже включусь. Конечно, М5 красивая тачка. Втапливает не по-детски. Прям такая мощнецкая. Cause on the outside you pretending, but you hurting in the inner. What's the truth, nah? How imperfect a person am I? Go through your purse and put on your disguise. You see the stars, but they just see the skies. And you see my scars, what do they see? If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Давайте проверим эмочку нового кузова на проходимость по вот такому небольшому бездорожью, чтобы все-таки знать, стоит ли ездить на ней. Приехали мы в обсерваторию, друзья. Давайте припаркуем тачку нашу, нашу эмочку офигительную, офигительно красивую. Вот посмотрите, как у него выглядит перед. Недавно этот кузов изобрели. Одна из самых красивых бэх, наверное, в этом году. Так, сохранили мы тачку, выходим. И на этом, наверное, мы попрощаемся. Всем спасибо за просмотр, а с вами был Дизи. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. И вот такой мой фермер на фоне Бэхи.